Темная, негативная энергия окутывает землю рассвета, объединяя в себе весь страх и ужас. Этот одинокий воин делает все возможное, чтобы противостоять злым захватчикам. Федор, воин Земли Рассвета, могучий хранитель этого континента. Волны негатива вновь и вновь падали у ног Федора. Однако, его ожидало чудовище, которое намного сильнее и ужаснее. Великое множество воинов присоединились к бою, к защите Земли Рассвета. Могучие воины, одолжите мне вашу силу! За справедливость и честь мы защитим Землю Рассвета!